блядь, ты же сегодня молодец какой, блядь, а? Да, чисто, ну, все, воды-то налей, блядь, клей разведем, нахуй. Андрюха, на, вот, читай, клей, как туда разводить? Давай. Экстра. Все, поехали, поехали, нахуй, не останавливайтесь, нахуй. Ну и че вы тут наклеили? Тут захлёст-то там, вот, вот делай туда, вот туда. Подписчики наши. Любимые. Чтобы обои наклеить, нужно крышу быть нахуй. Не, да. литр водки, а потом они, может быть, как-нибудь пойдут. Ну вот так вот. Вот тряпочка. Вот так, давай, вперед пошли. Сейчас пойдешь у меня, блядь. Гуляю. Так, Рыжик. Чего? Сейчас воспитательные работы пойдут нахуй. А он нахуй не дал тебе сказать. А я нахуй себе сделал. Эти выпивают, он спокойно. Эти. Хозяева пьют нахуй. Гости работают. Хозяева пьют, гости пьют. Работают. А теперь мне похую нахуй. Началось, блядь. Сейчас ты меня, блядь. А эти схватишь. Все, Андрюха, ты как попиздела дошкой? Ты знаешь, как делается это вообще? Попиздела дошкой? Ну покажи ему. Это ты вот сейчас, как можешь сказать, блядь, гладишь. Надо вот и так разгонять. Вот так разгоняй их нахуй, вниз нахуй, все это сгоняй. О. Это так. Ой. Хорошо, а что? А попиздела дошкой, ты каждый умеет гладить-то, блядь. Хорошо, что? Женщины любимые у меня в этой жизни никогда нет. Почему? Да? Заебут? У меня это, блядь, пахает, знаешь что? У меня две их было, так я что сейчас? Пахает, ты знаешь, какая хуйня? А знаешь, это, короче, нахуй, там она хуйня. Да я хуй знаю, что у вас девочки, там было. Девочки, двое девочек нахуй родила. Двое, десять нахуй. Танька, киса тебе там это, приготовил подарок с собой? Ну, так я знаю. И это, пахает. Сетка все пьет и пьет там, блядь. Сетка скоро быстрее напьется, нахуй, чем вы. Блядь, потому что все съехало. Вон, Сетке сметанку нахуй уже. Танька, сметанку. Короче, мы сейчас отрезаем вот так. Ну, сделаем так, ну а хули делать? Че ты? Потому что съехала. Да и хуй на нее, че ты, пускай нахуй, клей так, блядь, че? У меня вон в ЕКБ нахуй, еще две девочки нахуй, растут. Ну, блядь, пускай растут. Ты куда ушел ты, блядь? Так у нас у всех дети так, куда ушел ты? Все дети нахуй, ну. У одного оружия нету детей, блядь, тоже. А где они их успели наебать-то, нахуй? Когда? Рыжий, хуй связь? Ты еще в это время не родился? Тайка потихонечку продукты проверяет. Я пепельницу ищу. Творог со сметанкой, блядь. Танька, с молочным срать ты не будешь, нет? Да нет, он еще лежит, блядь, два пакета сметаны, нахуй не нужны. А кто ест ее? Мало ей, блядь. Да? Ты ешь? Мало съесть. А, Светка? Светка, не будь жадная такая, ты что, жадничаешь, да? Конечно. Ну что, она так же испортится, нахуй. Танька хоть поест, блядь. Делай лицо попроще, люди потянут. Вот, иди, да, иди, Андрюшка, выпьем немножко хоть, закуси. Не ругайся, Андрюха, что ты, блядь, да братан? Я не ругаюсь просто. Ну иди выпей, закуси, иди, успокойся. Танька, он, блядь, видишь, зубы как стало. А Андрюха отходит его, блядь. Вот давайте охламоны, обои нахуй клейте. Охламоны, блядь. А кто вы? Ты сейчас допиздишь. Там, Давай, вперед пошли. Ты сейчас пойдешь, блядь. Давай, рыжий прораб будет, нахуй. Рыжий командует, нахуй. Не, прорабом не буду, больше все. Ну его нахуй, это ответственность такая, блядь. Ну его нахуй. Да, блядь! Линейку взяла, нахуй. Пацан, нахуй. А приходит. Что тут способные средства? Леха. Нет уже. Ой, фу, пах. Леха. Ну это, приходит пацан. А хули нахуй надо крышу прикрывать? Он приходит и весь что, такой. Блядь, а? Ну вот такой. Все бесит ты меня. Ну это, нахлобучено весь. Ну, в дровах. Я на него смотрю, ну что такое? Вот. Держи. Ну там, что ну это, ну. Так а что ты, блядь, так что ли? Я говорю, короче. Как он? Ну, закрыл нахуй эту всю крышу. Все, я говорю, все, поехали. Крепуса нахуй сделаем, нахуй. Приехали. И все, закрой, закроют, нахуй, все. Так оно и делается. Да и сейчас, Танюшка. Плинтуса, нахуй, вот эти сделаем, нахуй, здесь. Да и, Андрей.
Танюшка говорит, ты слушай только женщину. Она женщина. Нормально будет. Танюшка врать не будет. Вот эти, то, что здесь не надо ничего врать, просто принцесса нахуй постоять сделать там, и все, их не видно. Андрей! Андрюха! Хуй тебе ухо. Сами барышни все, сами все сделают. За ними даже ухаживать надо. Все, давай они, не знаю, это делай там намажу. Они такие. Они такие. Или стены кривые, или выкривые. Ну, и то, наверное. И спичек нету нихуя. Ну, это нормально сегодня, что, да? Даже, блядь, вот эти сегодня сразу курить, блядь, вот паскудник. Да курятка. И, блядь, курить не хуй. О, есть что-то. Так, мне за. Может, ну, разгладилось. Бабок говорит, всегда говорит, раком, ну, в поле там стоит. Тёлка нравится? Робот, танки. Чё, жопа, как жопа. У неё попка? Танк сал попка, да, у неё танки? Да. А Булёк сал очко. Не очко обычно губит, а к 11 тут, да. Нет, ты же сказал раз. Таня говорит, у меня попа, ты говоришь, очко. И не очко обычно губит, а к 11 туз. Да, Бульдог? Ты постраховывай хоть Танюшку, она аккуратно упасть может. А то упадет нахуй. Он за поясницу ее взял нахуй, да и все. Блять. Светка, давай сначала это, Рыжику. Закусь-то хоть принеси ему. Только уже сама кривая, как это, как сабля нахуй. Да? Нет еще? Вот ты ее просто вот за пояс взял. Киса все запасы там сейчас раздаст нахуй. Мне потом мне хоть газель заказывать нахуй. Ты поменьше продукты, ты. А как Таньке пойдет, блядь? Запасы-то. Да нечего. Иди его посмотри, какой квартиры-то меняются, блядь. Его нахуй весит, сгонять нужно. Дай он Рыжику, Пыжику нахуй. А знаешь, такая штука, короче, есть. Знаешь, короче, такая штука есть. Иди другую там хоть сало есть. Обои пластмасской прямо вот так выгоняешь. Так это вот обои. Как воздух выгоняешь. Что за обои, а? Не-не-не, Танька злостно стал? Ну. Нихуя, ну-ка измери ее, какая она была. Танюх, ты что? Ладно, смотри, давай. Такое бы. Сало все есть. Блять, хорошего человека много должно быть. Хватит, блять. Я и так у меня уже однажды все, бульдог. Живот к позвоночнику прилип. Бульдог превращается в бульдога, блять. Был Андрей, все, пару стопок и будет бульдог нахуй. Сало бери, закусывай. Ой, какое сало. Блядь. Две штучки. Ну, на что не делим? Бульдог, подержи закуску, все это налет тебе. Станюху сделаем. Выгонять их нужно. Выгоняй их. Вот так, вот. Гони. Подержи Танюшку-то, Бульдог, приподними ее немножко. Он меня приподнимет, он же опустит, блядь. Он один раз подкинет, блядь, и 10 раз упал. Бумага-то потом имеет свойство, наверное, высыхать, как вы думаете? А? Бумага-то, наверное, имеет свойство потом высыхать. Ну, вот так, ну. Эти пузыри-то, как эти пузыри-то, потом они сами растянутся. Ну, вот так-то должно растянуться, да. А пузыри-то вы сейчас выпьете, и все. Нахуя мы сырок кушай, бля. Почесала, сказала, да. Да. Давай, Бульдог. Все, все, пошли следующую. Все очень плохо. Давайте следующую. Хуярим. Все очень плохо. Андрюха, иди помогай. Да, нахуй. Давай, Танюшка. Очень плохо все. Сечка сегодня хоть что-то, как ресторатор. Всем. Вы что меряете? Он сейчас Киса поможет. Киса, блядь, он разбирается, чтобы обои, он узнал. И секрет обои, они, говорит, бумажные, нахуй. Пузыри рассосутся нахуй. Не, нормальные вроде как бы. Не, обои-то красивые. Красивые? Красивые. Блять, Тоха, блядь, он Антон, блядь, с Катей подогнали вам нахуй. Бульдог, нравится этот клей нахуй? Блин, надо гипсово это пахать нахуй. Знаешь, так клеил это будет. А вон она, вот стенки пахнет. Где? Клей это, вот стенки пахнет. На окошко это, ну, стерео-то никак не от окошка. Ну как тут сказали, так и блядь. Серега! Серега, видишь что? Тут же каждый это самое говорит. Серега, нужно. Как он этот? Фильм-то Мимино. Не Мимино, а нам туда. Мимино. Нормально. Мустафа дорогу устроил, да. Мустафа по ней ходил. Нормально.
Нормально. Ты что, где-то у тебя ее не отобрал ее? Это вот оберет на этих карты, мне нужнее на это. Что, долго будешь с Мишкой-то? Нет, это другая, когда освобождался, не такую. Легкую, только другую. Все разведы. Шире, да, только мягко. Я думаю, на аэродром, шут, аэродром, вот ты, ребят, аэродром для мандавошек нахуй. Нормально ходи, что ты, ё-моё. Я ничего, он другой, другой, что вот это я остались всю зиму, то есть нам пришел в лагерь, будет отправлять ее, вот это, ну, цигейковая. Зимняя, ну, вот, ушат, ушат. Да покажи, нахуй, если ко мне ее. Оп-оп-оп-оп, Светка, ты что, аккуратней? Да. Вот так вот, Светка, лишнее ты убивай, да? На, делиться, скажи, бульдог, да? Бульдог, блядь. Дай вот так. Все, короче, я пошел. Опа-опа, сам ты, Мишка, хуяс-хуяс. Между делом. А кто вешать это будет, блядь? Серега, что ли? Вот я могу тебя знать, ему чего-то подогнать. Кому? Что там еще за кепка? Ладно, сейчас покажу, что тебе. Ну-ка, блядь. Да, вот какая-то. Все модная, блядь. Нет, кепка, вот это вот. Это тоже, конечно, заберешь. Это же тебя. Ребята, кислый парень-то не жадный, блядь, видите, все раздает нахуй. А Светка, блядь, пизды даст ему. Не хожу, не хожу. Вот так люблю. Да вы куда сигареты? Да вон они лежат же, блядь. Да, люблю вот так. Бутук пятый раз уже уебывается, в рюкзак, блядь, заебал. Попробуй эту что-то померить, что-то ебать. Ну, нормально. Да, покажись нам. Ты не интеллигентный нихуя. Блин, здесь плохого дела. Это сама. Сюда. Слушай, куда идей? Тонюхи надо нахуй, это сама. Ой-ой-ой. Красота какая, да? Под полок. Ну, да, блядь! Рыжик, посмотри на меня. Рыжик, посмотри на меня. Рыжик. Вовчик. Хорошенький, а? Вовчик, посмотри. Ла, блядь! Нихуя боярин, нахуй. Все, когда рюкзак сняла, блядь. Сука, все духом нахуй. И землю все поднимем, и все разведем. Все нахуй. Все, блядь, началось. Все, и все барышни будут наши. И все барышни будут наши. И будут любить. Кепку убирай свою, барышни будут. Блядь, барышни, блин, убери, блядь, что-нибудь. Скажи, вы только мужики пиздеть можете, да, Танюха? Ну, блядь, давай раком ползай. Я, блядь... То бульдог, блядь, ебать, хочет, то, блядь, рыжик, и твой ебать. Что заберешь, нет? Не манди. Конечно. Блядь, так еще лето показывай, что ты. Не, давай ее. Ну, он ее потеряет. Ну, он лето, он тебе не заставит, это катакомбик. Да, кепки, вот эти кепки, это моя кепка, я ее нахуй никому не отдам. Что я делал, слышал, что ты? Иди, вон, хуй стоит, блядь, помоги нам. Сейчас киса поможет тебе, блядь. Сейчас я покажу, допустим. Нет, ты не уходи, ты, блядь, далеко, ты длинный, блядь, ты не сможешь на это. Надо, ну, он у меня рост не позволяет, блядь. Заебалась с этим ростом вообще уже. Ну что это, блядь, убрался, блядь, такой деловой сел, блядь. Да что это делать-то, блядь? Ну, более. Ты видишь, блядь, тут мажут? Нема. Сейчас, где Нема-то? Сейчас, какой ты, поебать-то все, да, да? Похуй. Не, вот так ты не нравишься больше. Такой тихо можно выявить. Да, так у меня их нет, ошибся. Нет, у меня их нет. Да нихуя, скажи, там дойки. У меня наподобие. У меня искусственный, знаешь? Эй, я такой. Это рыжий паскудник, да? Заливает. Ух ты, блядь. Сейчас ты что потерял? Ты получишь, блядь. Пепельница? Не, не то, что с волосами. Хоть... Кружку хочешь туда приходить. Да? Ты мне как-нибудь это самое или тебя намазать вот так вот, блядь, что ли? Не, я прям не знаю, не блядь, уже что делать, блядь, то а? Что там, бульдог, блядь, коры мочит? Люся, блядь. Я просто говорю, общение у Танюхи, это че? А? Ты точно общение с тюремщиком живешь его? А? Че? Ну что-нибудь, что-то, как ты так вот? Она не поняла, ты скажи, объясни еще раз. Я не поняла, ну что? Ей рыжий, ухо сопит, она не слышит. Такое общение у тебя, как будто, как, ну,
это у Конора какой-то. С тюремником, говорит, живет. Я нет. Чего нет? Чего нет? Одиноко, что ты ее? Не одинокая? Одинокий волк, нахуй, только брат родной нахуй. Да, да, да. Что, погнали? Погнали, нахуй, давай. Киса, вставай, ты типа выше. Вот, а, вот этот конец надо брать. Кто-нибудь. Андрюха, давай. Андрюха, сели там нахуй. Садись, пошел, блядь. Кошку выгнал даже из туалета нахуй. Сейчас выйдет обосранный весь нахуй. Куда? А так говорят, 40, 50, 40. Не, это рисунок. Рисунок. Да. Рисунок. Да. Сергей, рисунок. Вот так. Все, вот, вперед. Это рисунок, он тут, что ты, какая-то. Да, это вот такая хуйня. Вот он должен быть, не только делай это самое, что... Заливная рыба. Рыба еще какая заливная. Вот с ним-то сейчас пойдет дела. А так это... Ну, это вот женщина такая. А. Ой, куда ты? Посмотри, насколько ты согнул. Ну, что я делаю, блядь. Ой, опа, опа, Танечка, Киса, раз тихонько, Киса, давай, Лю, такой стоит, он готов обои клеить, бульдог ревнует, нахуй. Все нормально, бульдог? Держи, Киса. Подожди ты. Много, держи. Сереж, нужно вот так, и вон так, и вон так. Тебе там что, заблудилось, что в туалете? Сереж, дверь такой закрывай, блядь. Че, смотри, дверь, то есть. Иди, где ты? Она, как я там, дверь открытая? А там кто? Да. Звонка, что ли? Чего? Да, блядь, там надо, я говорила, блядь, что надо вниз больше делать, чем наверх-то. Внизу-то отрезать вот можно. А там, ну, там надо вот так вот обрубать, что ты? Да. Ну, так а что ты? Ну. Ты чего, поворачивайся. Видно, стена была того клейкого. Видишь, какие стены здесь, блядь, не клейкого. Но... Круглый, ебаный. Подкури, дайте человечка у него. Ледина, Сашка. Там загрузка нормально была, чтобы не на вклёст много до него. В этой жизни. Вот так вот. Это обои наклеить, ремонт сделать. Это пиздец фон. Все, это все. Тогда нравился, сейчас не нравится. Сейчас наоборот, блядь. У меня так всегда, каждую серию. Бульдог тебе не нравится. Да, нормально. А Киса постоянно нравится, да? Да. Ну да, его мешок нахуй упакуем, зарежем. Как я звезды разговариваю, да? Ты. Она рыба, я тебя люблю. Когда по телефону? Да пошел, да? Там, как? Там сдурит нахуй, ты че ебаный такой? Не, а я не могу. Танька, ты что всем по телефону любви признаешь, что ли? Че, телевизор? Пьяная была? Человека! А, как человек? Ой, а ты что, телевизор? Посмотри, как пошло. Тут много, тут вообще ни хрена. Стена кривая просто, наверное, писала. Я тебе нахуй не нужен. Все. Будешь без света нахуй. Ой, вот я тебе говорю, чё. На это надо, короче, опять ее двигать туда. Так вот. В этой жизни. Ты посмотри-ка, чё. Есть. Мимино. И Мимино. Андрюха. Сереж, нормально едет. Света ухаживает за мужиками пока хоть. Света. Ау. Му-му. Ухаживай. Нормально. Света. Еще языки показывают. Света миньета, блядь. Сейчас пизды полуфрейди. Внимание, сейчас, блядь. Оба. Ах. Никто не украл. А вся нахуй. А бульдог ревнует нахуй. А кто?
А рыжий Мими, ну нахуй. Серега или рыжего? Нет. Обоих. Обои. Светка, давай, наливай кисти, давай своего мужу или ему. Он видишь, мужик, блядь. Сразу видно, себе ремонт делает, так он. Видишь, что они хуёво начали делать, так он себе это начал лучше делать, нахуй. Он детский. Вовчик сам с собой разговаривает нахуй. Там вечно хуй, хуйня. Да, видишь, скис этого быстро наклеили рулоны, но. Сейчас вижу, блядь. А закусите, дай ему хоть цвет. Подождите, дай. Че, не пьешь во время работы? Занятый, работаю. Все. И надо еще помазывать, блядь. Вообще их надо до талого мазать. Да? Ну, блядь, есть, нахуй. Виниловые, блядь, наподобие. Ну, да? Бульдог, ты что делаешь, блядь? Они сложные. Бульдог, иди сюда. Да не обижайся, хули ты иди, блядь. Не обижайся. Да хуй знает, может, блядь. Не дают тебе клеить обои, блядь. И еще нужно подмазать этой хренью. Сейчас даже на майке подсохнет, блядь, еще. Хренью? Нужно еще хрень и вон ту хрень. Ух ты, блядь. О, блядь, нихуя себе бульдог, блядь. Серега, ну, вон ту хренью. Рыжий, блядь, прораб, нахуй, все работники, блядь. Да не говори вообще, блядь. Куда деваться? Серега, выпей, нахуй, пока, блядь. Светка, чтобы долго даст, нахуй. А. И тоже, ты, наверное, Пашка тоже... спрашивает у меня, что ремонт сделали, нет? То Пашка? Пашка, да. Ты говоришь, не такое, то, скажи, началось все, блядь. А. Сегодня сейчас, вот до этой доклеим. В следующий раз Танька приедет сетку красить, покрасит сетку, блондинку. Хочешь блондинку, сетка, чтобы была? Чё? Блондинка, она хочет блондинка будет. Красивая такая. Блондинка. Покрасим. Такая, вот такая. Что это? Сетка будет. Покрасим. Нормально будет? Нормально? Все, блядь. Ну, краску будет? Купим, покрасим вот ее. Такая, вот что, не хочешь ее, киса? Чтобы она. Рыжий волос только себе отращивает. Рыжий покрасим. Давай в рыжий покрасим. А бульдога блондинку. А бульдог блондину будет. Дайте Андрюхе-то выпить хочет. Чего нормально. Не взять его нахуй? Мужика-то, блядь, мужик тоже выпить хочет. Жив. Давай, иди. На. Куда ты хочешь поешься? Андрюха. На! Бульдогу, на! Киса, блядь, приговорит такая, она, блядь. Налейте Андрюхе-то хоть. Андрюх, ты хочешь выпить-то? Да. А, не можешь? Бульдог, подержи, блядь. На. Она нальет. Киса. Ну, вроде там ничего. Танька, приподнимите, она не может быть. На, ура. Ну, наверху там. Танька, потом Андрюха ругается, видишь, как все. Да не, что, он так поругался, больше не будет, да? Да он не ругается, что он ругается-то? У меня уже, блядь, весь отбес знает, блядь. Тебя, блядь, отбес это мало? Где я и с кем я, блядь? Нет, так нет там дела. А в чем? Да у нас нет любви, мы живем, ну как это? Платоническая. Платоническая любовь, что ли? Да. Так что? Как да, как так. Так что можете смело, блядь, Танюшку обнимать, не переживай, кисло, что ты? Нет. Ой, не видно, вот я на 48-м был, я вот сделал, вспомнил тогда. Ну а мышь? Че мышь? Да. Чего я тебе говорила, погоняла у него. Мышонок и второй змей. У него на спине такая, такая, змей Горыныч такой. И так руки полностью. Ты что сказала, блядь, не любит, блядь, Танька, блядь, пизда. Давай что дальше наклеить. Таня, давай закусывай. Бульдог, блядь. Ты что моргаешь, Таня, бульдог, блядь. Ты что, блядь, ты тут, блядь, был нормально, уже все, вошел в конницу, нахуй. Нормально. Все, блядь. Давай еще три рулона, блядь, и все, три полоски, пиздец. И на сегодня ремонт закончился, нахуй. Ну,
Блядь, как же их? Блядь, поскольку, блядь. Блядь, намазать надо, блядь, я не чем? Понимаю. Они отходят, блядь. Блядь, что там делает? Блядь, ты что делаешь там, блядь? Чего ты там у Светки делаешь, блядь? Я хочу, блядь, куличи. Да я не тебе говорю. Блядь, хочешь, провод ей засунуть куда-то. Все, ребят, блядь, бульдог, только был бульдог нормальным, все, пиздец, бульдог потерялся нахуй. Андрюшка, 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 ты где, блядь? Это знаешь? Ку-ку, мой мальчик. Это сам. Какое? Это Иисус Христос, вот когда его приколотили, да, ну. На Христу. Угу, угу, да-да. Они приколотили его, да? Ну, а чё? Ага. В оконцовке он, короче, воскресает. Ну, и чё, и чё, и чё? Иисус Христос, ну. Все, ага. Он так вот такой сидит. Эти, блядь, сидят, которые его там, ну там, евреи, кто они там были. Они, мама! Ему, короче, такой свет, короче, в небе. Такой свет. Все. И он это самое выходит там, ну, спускается нахуй оттуда. Спускается. И они, короче, перед ним пали. И че? Они на колени вот так встают, и все. Они сидят. Такой свет. Короче, вот там, видел? Свет, и он, короче, спускается. И что говорит? Он считает, пока. Он это, он как это самое. Он говорит, его же как, его еще и крест ему положили, чтобы он с этим, с крестом поднимался наверх. Он сказал, и потом на этот крест его приколотили. Ну, это самое, гвоздями. Заколотили. И потом, это как их, евреи, не евреи, как их, ну, нация, я не помню. Да, еврейская. Да, это сам. А и он, короче, в оконцовке, короче, что получается, он, короче, оттуда спускает свет, свет загорает, ну, свет, такой свет. Они стоят, смотрят на него, и он, Стесина, спускается. Стесина? Со стремянки, что ли? А пыль-то, блядь, со стремянки. Ну, это может так, может не так. Я этого точно не знаю, но я не видел. А ты ее по телевизору видел? Да, ну там. И он спускается, короче. Ну, все загорает, он спускается. И они, короче... Охуевают. Кто? Кресту. Предали, который его? Да. Антихристы? Да, и он спускается вниз. И что говорит? Вниз спускается, и они все на колени падают. И все. Так он считает, как он тебе спрятает. Он с сухарями. Просто. А, с сухарями? Да, сухарь, да у него не денег, ничего нет. У него сухаря. Все, он сухари? Каждого. Каждому по сухарю? Да, каждого. Кажется, сухарями. Не, сухарь-то это сухое вино или сухари это хлебные? А? Сухари-то это что? Сухарь это вино или что? Или хлебные? Нет, там, у них там, у них, как бы сказать, там какие-то ну, фамилии, там, я не знаю, так-то. Ну, в общем, свет загорается, он спускается по лестнике, и они на колени стоят. Да. Ну, да. Это может быть правда, может быть правда. Этого никто не знал. Рыжий танки прощения. Даже вот сейчас. Рыжий сегодня не прощен на воскресенье. Ты что, блядь? Сегодня верное воскресенье. Блядь, ты яйца красить ты будешь? Не, на Пасху. Я на Пасху к вам приеду. Двери зажмем твои яйца. А там верное. Верное сегодня, вон. Кисто, блядь, собрал. Все, и они это... Че? Как бы это сам... Че, нет? Не будете красить яйца? Он был? Нихуя не понимаю, нахуй. Бульдог, переведи, блядь. Бульдог. Сегодня у вас верное воскресенье. Да. Как было? Пасха, блядь, перед Пасхой верное воскресенье. Ты что? Пасха будет 28-го. Кис, ну скажи, блядь, ты это знаешь? Да, да, да. Кис, блядь, ты что? Я уже устал объяснять. Кому ей? Все ей. И в одно ухо летает нахуй. Да. Даже вот, все, шапку потерял, я вот вся вклею ее. Хуя, приклеим нахуй. Приклеим нахуй, шапку. На гвозди лучше приколоть. Светка, пошел за календарем нахуй. Что ты больше не потерял ее? Зачем ты теряешь-то? Сейчас Светка звонить будет нахуй кому-то. Нет? Нормально, что-то...
Пусть мне клиенки улетят, я спортался в такой же. Ты че? Не, конечно, не в этой, но... Казарный. Заказывал даже. На ну, то хватит все чинить уже. Расскажи уже опять про Иисуса, как он спустился. Да, он спустился, И свет загорел. Свет загорается, круто, он спускается вниз. По лестнике? Все. Ну да, спускается, не по лестнице, как он? Плохо мне. Он спускается, идет по лестнице. Ну, что-то говорил, нет он? Нет, это сам. Блин. И они, короче... Рыженька, ты мне вот еще раз так сделаешь, парень. Я тебя, блядь, убью. Блин. Все мне смел, блядь. Ну, будет. Он с того конца, значит, надо брать, с того конца. Бери конец. Конца брать там? Да. Вон там. Не имею права, ты че? Давай нахуй. А я имею. Давай, Серега, давай. Зачем? Давай. Да тише, стой. Будо, помоги. Я сами разберусь. О, бля. Все, птичка, давай. Пьяные обои. Да ты пьяный, блядь. Ну давай я тебе. Да, нет, не жестас. Давай, нахуй. Я же тут не как вы. Держи. У меня такого, что это, блядь, что это такое, блядь? Бульдог нихуя не понимает. Бульдог нихуя не понимает, не вкуривает. Я хуй знаю, что мне о чем говорят. Одна светка вон сюда. В интернет зависла, наверное. Знаешь что, давай вот это вот сначала вот эту сделаем, а потом от нее и попьем. Слышишь, баба, вы тоже, блядь, не напейте, ебать. Че, нормально нахуй, блядь, Серега? Все нормально все. Че, дома вон крем, блядь. Блядь, человек замужем, ебать, да. Че вам надо от нее-то? А кто, Танечка? Пененький, да и все. Танечка, ты че, когда замуж выскочил? Пененький, тебя надо контролировать, мы чуть-чуть-то, ебать. Знаешь что, там опять высоко, а там не хватает. О, блядь. А там все плинтуса. Нормально, там плинтуса будут высокие. На, будет. И там плинтуса потом кием дают. 5 ковров постелите в высоте, нормально будет. Плинтуса потом. Или ковер. Ковер вчера да, бросили, понял. Где? Какой нормальный. Где вот это? Да вам нахуй сюда не надо, все, ковров. Много, блядь. Вы так напьетесь, блядь, не дай бог подожгете, сгорите нахуй. Вы сейчас все равно же лето, наверное, сеете, да, бульдог? Бульдог. Сверху. Бульдог. Дай глоток. Пока. Дай скажи, да, веришь, нет, да. Эй, он, Станька, нахуй. Крестья буи, нахуй, Станюха. А вы что, продать хотели ее? Продать хотели ее, что ли? Ну как хотели, что отремонтируются, толки заплатили, все, да, что-то сюда. Свет. И же эти дома на больше варим состояние, как вы. Вот так, вот так, вот так. Я к вам, нахуй, давай ты платишь, ё-моё. Нахуй ты платишь, ё-моё. Ты отнимешь, потом... Ну, так верное воскресенье-то сегодня. Да, я тебе говорю. Что тебе Андрей скажет, блядь? Андрей не смотрит. Башку тебе завязывай, нахуй. Да хоть на нас, ё-моё. Блядь, бульдога. Сетка, неси давай выпить рыжику. Сажа тоже дурной маленький человек. Нормально. Да, я бы не сказала, что он нормальный, он ненормальный. Я тоже, я вот и дурной. Как бы он меня этого узнал, да? Ему даже не дали, я тебе привет передам нахуй. Давай, передавай, Андрюхе привет. Да не надо. Приветы платные нахуй, нельзя бесплатно передавать. Да. Я вчера хотела в гости съебаться. Куда? К сюда кисишь? Ну, меня пригласили. И все! А я разговариваю, а он Оксанке позвонил. И трубку, да, блядь, она берет. А я болтаю там. Сейчас я приду, приеду. А? Все? Никуда я не поехала, осталось до утра. Сломиться, что ли, сходи. Осталось до утра. Осталось до утра у Оксанки. Потому что мне не разрешили, сказали, голову проломят в трех местах. А он там же был? Нет, он в Тагиле. Он за мной следит, просто чтобы я никуда не летал. Кто в Тагиле? Андрей. Как он в Тагиле-то? Он работает, блядь, ты чё? Ему еще 9 дней осталось. И там чё? Танька сказала, сетка выбила, да. Разговаривать перестала, вообще немая стала. Пока он там с Танькой нахуй.
Ну, блядь, он давно уже работает. Ладно, что? Уже прилично. Как? Да. Ну, он дочь, кстати, Как ты говоришь, мышь у него, да? Я тебе говорю, Чего? Ты, я не про то думал. А про кого? За кого? Это я не про то думал, что говорю, сначала сидел. Сидот. Погонял такой. Этот мышь, знаешь, где жил он, блядь, раньше на мир один. Да? Он с мира? Но! Знаешь? Ё-моё! Знаешь уж? Хуй, вообще ты чё, блядь?